Я хочу, на самом деле, этот первый тост любимый наш поднять. Кончилась эта дурацкая война, вообще никому не нужная. Тем более нам, абхазам и мингрелам, мы братья, мы сами родные люди. У меня мать абхазка, бабушка абхазка, а я сам мингрелец. Но кровь у нас кипит, родные, и наши дети должны это понять и продолжить жизнь правильно. Я хочу за всех наших детей в лице Майко, Дата, Лаша, извините, мой родной, на минутку, в лице ихних детей, за всех детей планеты мира поднять. Счастья пожелать, радости, любви, почеты того, что заслуживает наша земля, вот это самурдаханская, абхазская, грузинская, нам нечего делиться в этой жизни. Мы самые родные люди в этой жизни. Я хочу одно, что вам всем сказать, пускай моего врага сын достойным человеком вырастет и своему папе скажет: папа, извини, ты мне родной, но я с ним дружить хочу, потому что я абхаз, потому что я мингрелец. И он для меня любимый человек, это от нас зависит. А если дочка в доме растет, когда мы умрем, что дочка сказала: мама, купи мне цветы, у меня денег нету. А почему тебе, мама, это нужно? У нас умер любимый человек, с которым вы не общались, но он нас в институт, в школу подвозил и любимые слова говорил. Вот такой родной нам человек умер, нам на похороны надо пойти. Чтобы вот такие прекрасные дети у нас в Абхазии, исходя с Абхазии, кончая в Сирии, чтобы все поняли, что мы самые родные люди. И культура исходила из Абхазии, из Грузии, из Самингрелов. Это самое родное всем касаемое. Прошу вас всех наших детей вот так воспитать, самих наших родных людей. Я целую всех вас. Для всех дорога открыта в Абхазию, кто от души к нам придет, не с войной, а хотят воевать. Мы с ними пошутим, разойдемся и скажем, что мы родные вам люди, мы вас стрелять не будем. Падает всего, добро вам. В остальном этих четырех стаканах мой родной Георгий, я тебя понял, четыре стакана сказаны, четвертым стаканом ты за наш райский уголок поднял, за Абхазию, за Самурдахану, за Грузию, за очень при... Мы все должны, пока сделаем шаг, подумать, этот шаг правильный или нет, почему-то, чтобы наша земля чувствовала, что этот шаг сделан правильно, и мы никого не подвели, никому ни в чем не помешали, а наоборот, чтобы она чувствовала.